Здорово, кореш. Привет. Как поживаешь? Да так себе, на учебе завал. Да и диплом надо уже садиться писать. Да уж, помню я, как свой писал. Чуть с ума не сошел. Могу представить, меня ждет то же самое. Да ладно тебе, прорвешься. Хотелось бы надеяться. Какие планы на выходные? Да какие там планы? Говорю же, диплом надо писать. Да блин, диплом дипломом, но отдыхать-то тоже надо. Успеешь ты написать его? До защиты еще полгода. Не, брат, я пас. Ну, как знаешь. Здорово. Как же туха, братан? Привет. Так вчера ж только общались. Неплохо. Чё делаешь? Да в магаз собираюсь. А ты там чё, диплом уже вовсю строчишь? Ну так, вроде начал. Но чё-то не идёт. Ну это как обычно. Послушай, я уже давно хотел рассказать тебе одну вещь. Не знаю, как ты к этому отнесешься, но, надеюсь, сильно не осудишь. Ведь мы друзья все же. Ну чего у тебя там? Я недавно решился на одно очень плохое дело. Я убил человека, брат. Да, конечно. Очень смешно. Аплодирую стоя. Ща умру от смеха. На сегодня, надеюсь, все? Закончился лимит дебильных шуток. Да какие там шутки, мужик? С таким не шутят. Все на полном серьезе. Я давно выслеживал его. Строил план. У меня все четко было разработано. И в один момент я забрался к нему в квартиру, пока он спал. Достал из кармана нож и выпустил ему кишки. А потом, этими же кишками, я задушил его. Знаешь, брат, мне реально было офигенно от этого. Он так кряхтел и хрюкал, когда я резал и душил его. А я в этот момент смотрел ему прямо в глаза и получал какое-то наслаждение. Ты вообще нормальный? Ты чё, дружище? Я очень хочу надеяться, что это все злая шутка. Типа черный юмор. Нет, друг. Это все правда. Тебе нужно лечиться. Я серьезно. Этого нельзя так просто оставлять. Иди и сознайся во всем полиции. Поверь, так будет лучше. По крайней мере, совесть не будет так мучить тебя. А кто сказал, что она меня мучает? Мне зашибись, братишка. Я бы с радостью замочил бы еще кого-нибудь. Да пожестче. Да ты долбанный псих! Хватит! Слышишь? Пока не поздно, иди и признайся во всем. Я прошу тебя. Если я сознаюсь во всем, что сделал, меня упекут надолго. В каком это еще смысле? Ты че, еще кого-то убил? Еще кого-то. Ну ладно, дурачок. Раскрою тебе все карты. Я убил ровно 28 человек за полтора месяца. Я пробирался в их квартиры, пока они спят. И резал их. Ты себе и представить не можешь. Потрошить этих никчемных и доверчивых идиотов – одно удовольствие. Ты болен. Однозначно. Прекрати мне писать, понял? Я тогда сейчас сам сообщу в полицию, если ты не хочешь. Нет, дружок. Так дело не пойдет. Не советовал бы тебе сообщать вообще кому-либо об этом. Иначе... Что иначе? И меня зарежешь тоже, да?
отчасти. Для тебя я приготовил что-то более интересное. Так значит, ты, сука, и на меня уже планы выстроил. Ну ты сучара. Хочешь, расскажу тебе все, что я сделаю с тобой? Иди нахер! Сначала я положу тебя на стол и привяжу к нему. Затем автогеном я буду выжигать тебе глаза, отрежу язык и наживую начну тебя расчленять. Вот это будет веселье. Я, признаться, давно уже хотел убить тебя. Вынашивал идею, как бы сделать это более изощреннее. Я тебя вообще не узнаю. Я просто в ахуе. Ты же был нормальным. Что с тобой вдруг приключилось? Нет. Никогда не было все нормально. Просто я только сейчас решил рассказать тебе правду. В общем, жди. Сначала я убью его, а потом тебя, тварь. Кого его? До встречи. Ау, придурок! Кого его ты убьешь? Скоро узнаешь. Привет. Чё-то диплом вообще туго идет. Что? Чувак, у тебя с башкой все нормально вообще? Я, конечно, подозревал, что это все шутка, но писать такие вещи, да еще и про родителей, это уже перегиб конкретный. Что? Ты о чем вообще? Ой, да задолбал ты уже! Хватит придуриваться! Бесишь уже. Я вообще не понимаю, о чем речь. Ты о чем говоришь сейчас? Переписку почитай, и все ясно станет. Память напрочь отшибла, да? Какую переписку? Мы как в последний раз вчера с тобой попереписывались, так я в контакты не заходил больше. Да? А с кем я тогда, по-твоему, переписывался? Откуда я-то знаю, с кем ты там переписывался? Меня вообще дома сегодня не было почти весь день. Пришел только полчаса назад. Я на даче был, отцу помогал. Так, а вот теперь я уже ничего не понимаю. Я тебе серьезно говорю. Буквально пару часов назад мы с тобой переписывались. И ты начал нести всякую лабудень про убийство. Что ты хочешь убить меня и моих родителей. Могу переписку кинуть. Звездец. Значит, меня взломали, походу. Ну, видимо, да. Пипец. На самом деле, ты говорил так уверенно, что я даже поверил. А знаешь что? Такое ощущение, что за моим компьютером кто-то был. Как это? А вот так. Жесть. Это пиздец, брат. У меня на рабочем столе появилась какая-то папка. В ней фотография. Блять. Сука. Их явно сделал какой-то психически больной маньяк. На них расчлененные люди. Истерзанные. Измученные. Изрезанные тела. Вот пиздец. Хакер какой-то, видать. Знает нас обоих и запугивает. Нет, это не все. Я только сейчас начал понимать, что не ошибался. Когда я пришел домой, то заметил, что стул был сдвинут и повернут в другую сторону. Но не придал этому особого значения. Но теперь я понял, что не ошибался. Я просто помню, в каком положении он был, когда я уходил. А еще на клавиатуре и мышке какие-то грязные и липкие отпечатки. Как будто кто-то печатал грязными руками. Причем очень грязными. О боже. Я только сейчас вспомнил. Когда я пришел домой, то открыл дверь ключом.
она не была открыта. А закрыть ее можно либо снаружи ключом, либо изнутри квартиры. И это говорит о том, что он мог закрыть ее из квартиры и... Блять. И он сейчас где-то внутри? Пипец. Быстро вали оттуда. Слышишь? Ау! Ты где там, брат? Дружок, это снова я. Я же писал тебе, что сначала прикончу его. Но ты не переживай, друг. Скоро и до тебя очередь дойдет. Я свои обещания держу.